Вітаю, шановних телеглядачів! Сьогодні в Харківському відділенні Національної спілки письменників України відбудеться презентація нової книги В'ячеслава Картавих «Нової басні і пародії». Ось ця книга. І запрошую вас до зали на цю презентацію. Шановні друзі, знову у нас сьогодні свято, і свято гумору буде. Я вже так підрахував, В'ячеслав Іванович Картавих видав восьму книгу. Це восьма його книга. От, в нього є вірші, я був приємно здивований, що українською мовою і грамотною мовою, до речі, вірші читав. От, байки, проза взагалі прекрасна. От, ця книжка особлива. Ось коли ми сьогодні дивимося на нашу літературу, що пишемо ми про сучасність? Тут ви упізнаєте реальних героїв, в лапках героїв. От, ви побачите політичних діячів, здогадайтесь, хто, що. От, і взагалі ця книжка... Я чув, В'ячеслав Іванович підтвердить чи ні, от, що вона тяжко виходила, що хотіли її. Навіть у наш час, коли немає в нас цензури, але цю книжку намагалися, значить, зупинити. Ну, вона вийшла, прекрасно ілюстрована. Ілюстрація додає до зміст, значить, цієї книги. Тут прекрасні ілюстрації. От, це, напевно, дуже дорога книжка, В'ячеслав Іванович, звичайно. Байки багато в чому повчальні, особливо для наших депутатів і для майбутніх також політичних діячів. Повчальні. От, значить, кольорові, значить, малюнки, як я сказав, вони підкреслюють зміст і смисл. Як правило, байка, ну, напевно, Микола Возіянов теж сьогодні виступить і скаже, от, як правило, байка, воно щось таке в давнину, от, хоча там ведмеді, там звірі, от, але воно якось, знаєте, віддалено. А ці байки дуже сучасні. От. Я пізніше, може, ну, може, хтось буде читати, я пізніше почитаю деякі байки вголос. В'ячеслав Іванович теж почитає. От. Отже, давайте ми привітаємо сьогоднішнього нашого іменинника В'ячеслава Івановича Картавих із новою презентацією. В'ячеслав Іванович, ми з вами коли говорили тему, де ви збирали, ви багато років були депутатом різних там рівнів. От. Ви збирали, можливо, це квінтесенція всього вашого, ну, знаєте, сатирично-гумористичного життя, я б сказав би. Можливо. От. Можливо, ви далі продовжите, ну, оскільки це нові байки, нові басні і пародії. От. Мені б хотілося, щоб ви продовжували. І оці байки, це, правда, дуже дорога книжка. От. І просто її, значить, десь там просто дарувати. Не завідую. Я не заздрю. Вам, як кажуть, не заздрю. Але більше, щоб її читали, от, цю книжку, якщо вона була більш-менш дешевша. Отже, давайте попросимо до слова. Спочатку В'ячеслава Івановича Картавих. Это... Второе издание дополнено, я ее дополнил 20 пародиями. Значит, ну, насчет дороговизны, вы прекрасно, наверное, видели мои книги, если я стараюсь что-то делать, не только книги, должно быть все красиво, качественно и приятно, чтобы было ее взять в руки. Это подарочный вариант, есть еще не в таком оформлении. Ну, вот начнем с обложки, обложку вы, наверное, убедились, это вот «Бойся глаза золотого унитаза», лев на золотом унитазе, золотым батоном, он сверху ворона сидит, наверное, распознаете. Кроме моего, ну, я, во-первых, хочу сказать большое спасибо Алексею Станиславовичу Бенкевичу, Миколу Кирилловичу Зиянову, ну и всем друзьям, которые меня поддерживали, принимали. Здесь присутствуют мои друзья, Реневич, Анжа,
это большие руководители, строители, они мне помогали, воодушевляли, направляли на правильный путь. Иногда я спорил с ними по некоторым вопросам. Ну и здесь ряд других представителей прессы. Значит, кроме моего большого длинного пути милицейского, я еще достаточно долго был, так сказать, депутатом. Три созыва, 12 лет я был депутатом Московского райсовета. У меня на округе было только 12 тысяч избирателей, округа там большие были. Ну, баллотировался по мажоритарке на Верховный Совет в 2002 году. Воевал со Святошем, может, известный скандал был, наверное, знаете. Потом я потерял должность, ушел из органов внутренних дел. Потом я трижды был в списках, даже в проходных списках, до учредительного съезда был партии регионов. Ну, так получилось, что я не стал. Но мне это дало определенный опыт, так сказать, общественной работы. И увидеть, и узнать не только лицо криминального мира, но и в целом мира всей политики. Ну, если вы в той басне, вернее, в том первом издании обратили, наверное, многие внимание на басню, ну, так или пародию, больше всего, «Огородный аферист» про крота. Наверное, вы читали, знали. И вы сами прекрасно понимаете. Сегодня... Ну, возьмем наши политические все эти, так сказать, партии. У меня сложилось глубоко и давно о них мнение. Это, по сути дела, преступные, организованные преступные группировки. Обещают народу кучу. Любые, вот возьмите партии, я не считаю там коммунистическую того периода. Наговорят, ну, накрутят, навертят, но приходят и занимаются своими вопросами. Начинается разворовывание, начинаются все эти личные обогащения. И за иных людей просто не подумаешь. Я вот когда стал депутатом Госсовета, я в один миг превратился врагом всех политических партий. Партии регионов и Батьковщины, и нашей Украины, и блока Шумилкина. Все. Я когда посмотрел, был вот комиссии по земельным отношениям, посмотрел. Но люди пришли для того, бегают все с этими, дайте нам кусочек земельки. Ну, 2006 год, вы прекрасно понимаете, что это себе представляет. Время такое. Только личное обогащение. Я выступил и сказал, вышел на трибуну и просто говорю, ребята, перестаньте ссориться. Земля, она не оранжевая, не голубая, не желтая, не розовая, она зеленая. Зеленая почему? Потому что вы, придя сюда, занимаетесь черти чем. Берете землю, народную землю, недвижимость и перепродаете ее. Получаете за это доллар. Все, я стал врагом. Я ни одного своего вопроса там... Меня абсолютно по всем вопросам просто давили, не пропускали, чтобы я какой-то вынес вопрос и провел его через сессию. У меня не получилось. Чисто общественный вопрос. В свое время у меня мой дом моей дочери есть в центре. Я в 2004 году... сдал нашей Украине. Ну, были у меня в доме там и президент Ющенко, и Юлия Владимировна была, и сегодняшний президент был, бессмертные были, ну, и все, по сути дела, весь помонт нашей Украины того времени побывал у меня. Я был помощником серьезных депутатов по тому времени, ну, тоже увидел все эти вопросы и моменты. Ну и сегодня вы тоже самое видите. Все эти обещанки, все эти вопросы. Вот я отразил этих басни партийные страсти, как по партиям у нас все собирают, партии организуют, то те гречку, те тратят сало, то что, короче, чтобы прийти к власти. Пришли к власти, все, никакой ответственности никого не было. Вот выборы сделаны, я написал. Фальсификация этих выборов. Я сам с этим не раз сталкивался. Кстати, по 2002 году, когда со Святошем. Вот на моем избирательном участке, где мы со Святошем шли, Святош занял первое место, Хама второе, я третье. Но из 5000 испорченных протоколов по избирательному округу Московскому, 4500 были с моей фамилии испорчены. Кроме плюс двойник еще был. То же самое, что творилось вот в эти выборы при Януковиче, мы это все видели, как это все просто издевательство над избирательной системой. Ну вот здесь птичьи права есть басня. Вот избиратель здесь,
вот, как говорится, имеет права, но какие птичьи? Какие птичьи права, вы прекрасно понимаете, знаете, какие у избирателя права. Не отозвать депутата, не обратиться к нему по-нормальному. Вы его избрали, все, он за вас забыл. Уже вы не получите ни речки, ничего там абсолютно нет. Вот эти все политические, вот басни, политическое трио. Помните, с партией регионов объединилась Сильная Украина и Народная партия, да? Литвин, Тегибко, распустили свои партии, вступили. Ну что с этого получалось? Они просто потеряли свое лицо, и одна, и вторая партия, и сами не потерялись, к сожалению. Ну, к сожалению, политика, вы знаете, она вся абсолютно состоит, наверное, из подлости и крови. Ну, был случай в нашей области, шакалиная охота, шакалья охота я его назвал. Там поехали некоторые политические деятели, мы потеряли область наша, и в целом, в момент Украины, потеряли одного народного депутата на охоте. И все это кому-то сходило с рук, все это было закрыто и сделано. Ну, тут немножко я коснулся своей бывшей работы, орган системы. Описал, возможно, даже и то время, но я просто шокирован последним десятилетием, работая правоохранительной системы. Это просто это издевательство там, над народом, ни профилактики, ничего. Все тоже построено на взятках, все до угоду деньгам, получение денег, выполнение незаконных указаний, в частности, вот вы, наверное, убедились про Майдан. Ну и все эти тетушки, все эти вот вопросы, моменты. Ну, коснулся немножко и морали, так вот, про наш ЗАГС написал чуть-чуть. Особенность системы, ну, типа смысла, что женятся все в любви и ласки, а разводятся совсем по другим причинам. Звериное племя просто с басни за чиновника, что себе представляет сегодняшний чиновник, во что они сегодня превратились. Так, ну и волчья реформа, ну и вот мы 20 лет топчемся с этими реформами, по сути дела, вот у нас на сегодняшний день самая актуальная реформа – это чего? Это система МВД, да? Была милиция, станет полиция. Ну, это все вы прекрасно понимаете, это все замыливание глаз для народа. Почему в промышленности, в экономике не делаются реформы? Все делается только это же. Все президенты приходили, и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и сегодня Порошенко делают реформы где? Милиции. Как будто в милиции кто-то что-то решал. Это была самая такая низкая безродная шавка правоохранительной системы. Извините, пусть они простят милиционеры сегодняшние. И продолжает им оставаться. Ее направляют и командуют ей, кто хочет и как хочет. И, по сути дела, она как была подпятой, так и остается. И на жизнь общества большой этой мере не влияет. Но показывает, что вот милиционер в форме. Вот был плохой, мы сейчас сегодня, был вчера милиционер, сегодня будет полицейский, будет хороший. Ну, вот здесь я просто показываю за эти реформы, мораль, за их суть, что они себе представляют. А вот Алексей Бенкевич подсказал мне там фракцию, что сегодня представляют себе фракции в нашей Верховной Раде и таинствах, в наших местных органах. Ну, и слабый пол, то же самое, что себе представляют сегодняшние депутаты и политики, где их лицо, чем они занимаются. Европейский выбор, ну, меня возмутила здесь проблема, пусть не обидится там на меня, но куда мы идем, ведем в Европу, к великому сожалению, вы знаете, как бы это помягче сказать, именно для нашей страны, для нашего вот веры православной, как-то непонятно. Вначале я, конечно, хочу поздравить Вячеслава Ивановича с выходом новой книжки, 8-й уже. Работает человек, не покладая рук, и вдохновение находит в нелегкие времена. Но это говорит о том, что писателю и поэту есть что сказать. Внутренний мир его достаточно напряжен, обширен для того, чтобы новые книги появлялись. Я выступал здесь в связи с выходом предыдущей книги его, так сказать, в серьезном жанре, которая называлась, если память не изменяет,
прокуроры, опера, да, воры-начальники. Эта книга мне очень понравилась тем, что, так сказать, совершенно открытым текстом, без околичностей, боязни, звучало многое из того, что не звучит в других книгах. Но вот характер Вячеслава Ивановича такой, что он говорит в лицо, как говорится, городу и миру, то, что нелегко сказать. Вот, и я с нетерпением жду продолжения, да, оно грядет и планируется. А этот жанр у него тоже в работе, выходила уже книжка «Басин» его вот в похожем оформлении, тоже в такой мощной твердой обложке, наверное, тот же иллюстратор, или иллюстрации здесь те же, которые были в первом. И дополнены еще. Дополнены. Ну вот, значит, в этом жанре он тоже работает постоянно и активно. И, к сожалению, у меня не было возможности эту новую книжку увидеть и почитать. Я бы сказал, конечно, пару слов. Но я не сомневаюсь, что здесь та же острота, та же актуальность, та же четкость определений и тоже, так сказать, врожденная и неугасаемое правдолюбие человека, чем, собственно, Вячеслав Картавых и интересен вот с того времени, как он появился в кругу Союза писателей нашего, это уже года 3-4, да, вот, и слушать это открытое слово нелицеприятное нужно и необходимо, необходимо обществу в целом, необходимо каждому из нас. Значит, я еще хочу обязательно сказать о второй стороне деятельности Вячеслава Ивановича Картавых. Он и в прежние свои годы, когда работал в органах внутренних дел, собственно, постоянно занимался вот тем, что называется поддержкой культуры. Множество событий, связанных с установкой памятных знаков деятелям культуры, писателям, и даже, по-моему, памятников, связано с его именем, так? В прошлом году с его активным участием, с его поддержкой мы выпустили книгу Международной славянской поэтической премии, первая, которую мы проводили в 2013 году, а книга выходила в 2014 прошлом году. Вот здесь он и член редколлегии у нас, и что немаловажно на сегодняшний день, человек, который это издание материально поддержал. Значит, книжка вышла, и она нашла достаточно широкий отклик. Если я, так сказать, не все страны перечислю, куда мы ее передали нашим и участникам, и членам жюри международного, то это и Болгария, и Сербия, и Польша, и Россия, и Белоруссия, и Латвия, и Молдова, и в Бельгии, так сказать, люди, пишущие на русском и украинском языке, получили эту книгу. Значит, она имела вполне, так сказать, распространение, то, которое она заслуживает в связи с самой идеей конкурса. А идея, я напомню, это принимается стихи молодых поэтов на всех славянских языках. И, так сказать, идея сама взаимодействия и поддержки этого круга общения разных славянских языков, она важна сегодня, я думаю, более чем и ранее. В заключение я просто хочу свою книгу подарить, которая в этом году вышла, и пожелать новых больших успехов, как в продолжении прокуроров и воров, и ментов, или следаков, так вот и в жанре, который острым пером искореняет все, что мы пытаемся искоренить, но, видимо, это процесс бесконечный. Спасибо и успехов вам. Вот у меня первое издание «Басин», вот, которое я получил несколько лет назад и с большим удовольствием ознакомился с этой книжкой, а вот два дня назад посмотрел и новую книгу. Вячеслав Иванович уделил в своем слове много места политике. Это, наверное, правильно, потому что прежде всего он позиционировал себя как общественный деятель. Но поскольку мы с вами находимся в писательском клубе, да, давайте будем говорить о литературе, потому что это
очень знаменательно, что появляется человек, который пишет басни. По-моему, после Михалкова вообще в русской литературе никто басен не писал. Вот. И сами по себе сатирические жанры, к сожалению, тоже уходят в прошлое. Несколько лет тому назад меня пригласили в издательство. Мы впервые встречаемся с таким жанром, как басни. Вот посмотрите, пожалуйста. Ну, я взял эту рукопись, почитал, и можно сказать, что пришел в восторг, потому что ничего подобного мне не приходилось читать в своей практике среди литераторов. У нас почему-то ну, 1-2 человека занимаются баснями, но они не такие яркие, не такие сочные, не такие интересные, мне так кажется. А вот Вячеслав Иванович, он находит какие-то такие повороты, и без которых басня не басня, но она уже приобретает какой-то такой характер, что вот если уже почитал его басни, то знаешь, что следующая басня будет еще интересней. Это точно. Ну, конечно, он пользуется так называемым эзоповским языком, но все герои его, пусть это волк или лиса, но когда читаешь, сразу знаешь, о ком речь идет. Вот самое интересное. Его все герои, несмотря на эту завуалированность, они все узнаваемы. И у меня пожелание Вячеславу Ивановичу, чтобы вот именно эту басенную стезю он продолжал настолько, насколько у него хватит сил. А тем для того, чтобы создавать басни, в наше время, по-моему, с избытком, да. И впереди еще больше. Так что вы на правильном пути. Спасибо. Удачи спасибо вам. Спасибо за помощь. Я натрапив в пресі на вислів, який наводить один критик, слова, давні слова одного з воєначальників ще часів громадянської війни. Так той каже, що басня – це жанр рабов. І пояснюється це тим, що, скажімо, Езоп, якому ми вважаємо першим байкарем, був рабом. І він користувався алегорією. Він не міг, пояснюють, говорити те, що він думав. Пізніше, якось в розмові з одним із редакторів київського журналу, він мені каже, що ну, навіщо ви пишете байки? Зараз час демократії. Можна називати прізвище, критикувати, і за це вам нічого не буде. Ви знаєте, я з ним не погодився. Я думаю, що більшість людей з цим не погодиться. Справа в тім, що, скажімо, ближче вислів Віссаріона Белінського. «Басня є поезія розсудка». «Басня є поезія розсудка». І ще згадую, Іван Михайлович написав передмову до моєї книжки байків, що басня – це жанр вічний. Розумієте? Тут, коли письменник пише байку, він поєднує риси і звички і людини, і звіра. Ви ж часто кажете, що то Федотович, він хитрий як лис. Не кажуть, що лис хитрий, як Федотович, правда? А навпаки.
Значить, і всі ці риси, вони загострюють цей жанр. І сприймаються уже байка, навіть гостра сатира, вона скоріше за все, і людині приємно, не так, що, знаєте, канцелярською мовою щось відповісти, а байка, він показує, і звірі розмовляють. І ще вислів існує такий, що байка почалась тоді, коли звіри перестали говорити. Вони говорили, але ми, якби знали, вчили мову цих звірів, ми багато чомусь і навчились. І в кінці я хочу прочитати такий про В'ячеслава Івановича Картава. В баснях В. Картавих не щадит ни левых и ни правых. И при этом Вячеслав всегда оказывается прав. Шановне товариство, ну, як більшість з вас, я теж переглянув, перечитав оті попередні книги, які видав В'ячеслав Іванович Картавих. І от особливо мене вразила особливо його публіцистика. Ви знаєте, для мене це було настільки відкриття, бо от так говорити сміливо, відкрито, про, ну, я не знаю. Це було справді, от В'ячеслав Іванович мені тоді відкрив машину, каже, я тобі зараз подарую, і подарував ці книги. І ви знаєте, я їх з насолодою дійсно перечитав. Потім мене вразило те, що я його знаю як російськомовного чоловіка. Знаю, як він, ну, і раптом виходить книга «Байок української мови». Ви знаєте, ну це таке було враження. От, і мене це настільки вразило тоді, і коли ми говорили, і справді, це справді була книга надзвичайно цікава. Я розумію, що там, звісно, там була допомога, бо інакше бути не могло. Але що от знайти себе в цьому, і людина, яка живе в Україні і прагне своє слово сказати українською мовою, ви знаєте, цього багато, це вартує того, щоб справді про цю людину говорити. От. Ну, щодо цих, от, ви знаєте, от те, що прочитав Юра Хомайко, ми сьогодні майже не чули. На жаль, В'ячеслав Іванович сьогодні не читав багато, от, щоб прочитав, може він прочитає пізніше. Але от, ота байка, про яку він, яку зацитував Юра, Юра Хомайко, ну ви знаєте, ну це справді, це велике досягнення. Це хороша байка, глибока, розумна, талановита. От ми з Анатолієм Перерою, якого Іван Михайлович ти згадав, от ми обмінялися враженнями, що це що актуальна тема. Да. І справді, і написано як, і піднята проблема. От я думаю, що дай Боже, от і щоб у письменників було побільше таких речей. Одне тільки зауваження, от щодо Юра Хомайко сьогодні виступав і сказав одну річ, яка, ну, мені, наприклад, не то, що не сподобалось, я з ним не згоден. Він сказав, що байки зараз ніхто не пише. Неправда. Байки пишуть, писали і будуть писати. І в Харківській письменницькій організації, і до нього, і російською мовою. Ми знаємо, от Рубанович був, який прекрасний пародист, які в нього байки були, які речі він написав. І взагалі Гунько Віталій. І взагалі в нас у Харкові взагалі школа була відома, якщо ви знаєте, байкарів. Так що якраз тільки, які писали російською мовою. Це вічна. Це тема, це, я не знаю, для мене людина, яка пише байку, це, знаєте, це треба до цього дійти, дорости. От я думаю, що Бінкевич Олексій правильно сказав, спробував і не вийшло. Ви розумієте? Чесно признався. Хоча, ви знаєте, хоча, ви знаєте, як спеціаліст, він же геніальний. Успіху вам. Всього вам добре. Президентський резерв.
Ще не вмерла Україна, но осталась половина. Крим отпал, война в Донбасі, нету злата в нашій касі. Нет реформи, нет кредита, економіка розбита. Сплошь біда і розоріння, от Європи ждем спасіння. Но есть еще у нас резервы. Это наши бабы-стервы. Не обижайтесь, это пародия. Посмотри со стороны, золотой запас страны. Всех налогом задавили, а за них, видать, забыли. Повинившись перед Богом, обложить ее налогом. Чтоб налево не ходила, дань стране своей платила. Чтоб известен был итог, ставить счетчик между ног. Почитая Конституцию, законит проституцию. Это, кстати, готовит уже проект закона. Проект об узаконении есть. Чтоб валюту добывать, бабу надо продавать. Каждому заморскому дяде продавать по бабе. Ранним утром даже днем обеспечен нам подъем. Хоть не экономический, зато эротический. И для страны момент уютный, получая транш валютный. Но это на сегодняшнюю ситуацию с бюджетом, с нашим, с кредитом, потому что страна сегодня зависит полностью от внешнего управления, от внешних денег. Если бы не было денег МВФ, мы бы уже не только проспались, мы бы, наверное, уже друг друга перебили. Из всех моих 10 книг это самая популярная книга. И действительно, прошлый тираж был всего-навсего 1000 экземпляров. В этот раз 5000 экземпляров. Здесь в основном, во второй части, в дополненной части, я прошелся по нашему политикуму, по нашей системе управления, органам государственной власти, о существующей реальной политике, политики обмана народа, за коррупцию, за власть имущие и за тот в целом обман и нашей избирательной системы, и нашего управленческого аппарата. Мнимая борьба с коррупцией. Другие просто такие вот известные факты непорядочности поведения наших руководителей. В общем, вторая часть больше касается нашей системы управления. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій ми познайомили вас з новою книгою В'ячеслава Картавих «Нові басні і пародії». Презентація цієї книги відбулась в будинку Харківського відділення Національної спілки письменників України.